Я вам сейчас скажу, почему. Угу. О, давай, полез. Полез. Мне, чтобы уже выйти из машины, угу. Окно открыл, полез. Ага. Дедок, ага. Не дотягивает. Не дотягивает. Ага. Насколько глупость, вот глупые люди, вот честное слово. Уже возьми, выйди из машины, господи. А вообще он должен был туда ехать. А что, все сигналят? Да, какая разница, я не знаю, кто кому сигналит. Смотрите. Ближе подъезжайте, чтобы ручкой достать до кнопочки еще. Стоим. На кнопочку нажмите, окошко откройте вот так еще. Еще чтобы... на кнопочку? Нет, вот да, это? Да. Все. Она сейчас выйдет. Угу. Все, давайте. Даю. Поехали. Шлагбаум открылся. Крутите на меня руль. Смотрим слева. Никого. Так, дальше здесь как? Дальше можете в любое место парковаться. Вот смотрите, вот сколько мест есть. Ну давайте сейчас. Левый поворотник. Смотрим, никого нет? Никого. И вот квадратики, где нарисованы для машин. Места под машины. Не суетитесь, вы сейчас машину ударите. Вот. Крутим вот полностью руль на меня. Вот. Как раз вот с Мерседесом. Всю жизнь мечтал рядом учить с Мерседесом. Выкручивайте влево. Тормоз держим. Тормоз. Полностью влево крутите руль. Влево? Крутите. Нет, сначала тормоз держите. Тормоз. И крутите влево. Так, кручу. Полностью вот. Выкрутила. Подъезжаем. Стоп. Вот вы уже встали, все. Парковку включите. Уберите передачу, да. Все. Пошли. Не, ну давай мы сейчас выйдем, да. И вы отдохнете. Угу. Давайте, включайте скорость заднюю. Не суетитесь, тормоз выжимайте. Вот этот талончик, он с магнитной лентой. Угу. Тут написано время, во сколько заехали, номер автомобиля. Так. Крутите руль на меня вправо полностью. На месте крутим, потому что... На месте, да? Да. Да. А тормоз держу, да? Держите, конечно. Теперь поехали. Поворотник на меня также указываем. В два зеркала смотрим, никого нет. Никого. Слева, справа, слева, справа, слева, справа. Голова крутится без перерыва. Стоим. Где? Включаем передачу. Крутим руль влево. И ищем лазейку, где можно выехать отсюда. В зеркало смотрите, никого нет. Смотрю. Вот вам между машин лазейка слева. Слева, налево. Вот. Слева. Поехали. Не суетитесь. Крутим на меня руль. Крутим. Так, надо учиться руль держать в руках. Так, не отпускать, да? Ну, как канат перетягиваете. Понятно. Едем. Тут еще очень важно, если вы 15 минут своих знаете, что вы просидели 15 минут, сначала подходим, оплачиваем, потом только сюда подъезжаем. Не надо мне сюда, вот сюда едем. Вот не надо его смотреть, надо? Вот сюда едем, конечно. Левее берите. Не слушайте вот этих вот мальчиков, регулировщиков. Нам поворачивать налево надо будет, а он нас гонит в полосу направо. Понятно. И потом мы будем мучиться. Сейчас шлагбаум закроется, останавливайтесь. Магнитная лента сейчас она нам откроет. Еще подтягивайтесь. Опа, едем. А здесь как? Также она сейчас откроет. Главное остановитесь. О, поехали. Вот видите, с правой стороны тяжелее налево выезжать будет. Да. Поэтому тут даже разметка дорожная указывала, с какой где полосы куда ехать. Смотрите, не ударьте этот автомобиль. И вот теперь видите, мы в два ряда будем так, поворачивать. Теперь я буду поворачивать куда мы? Направо? Налево. Поехали, зеленый горит. Газу. Опа.
теряюсь еще. Ну, я заметил, что вы теряетесь, ничего страшного. Вы действительно, вы правильно говорите, я его перехватываю туда-сюда как-то. Все, мне это самому не нравится. У меня начинает нога бегать с глаза на тормоз.